Дорога. Не бывает плохих дорог, бывают плохие собеседники. Любой, даже самый длинный путь становится короче за разговором. А когда ты едешь на охоту, все тяготы и неприятности отходят на десятый план. Впереди 2 дня охоты и ожидания. И неважно, какая это охота, первая или десятая, на утку или на медведя, ожидание и надежда – вот что поднимает нас с диванов, заставляет брать отпуска и покупать индульгенции у родных и близких. В наше время охота стала больше спортом, хобби, чем средством существования. Охота на медведя имеет глубокие корни, уходящие в историю нашего народа. Медведи добывали во все времена на протяжении многих веков. Сейчас существует множество мнений по этой охоте. Есть противники и люди, которым она неприемлема. Но это традиционная русская охота, и мы не видим смысла и причин забывать традиции. Аргумент, что медведя стало мало, это не более чем звон пустомель. Медведей очень много. За последние годы отмечен большой стабильный рост популяции, и это подтверждено цифрами от специалистов на местах. Медведь – очень осторожный, пластичный вид. Можно прожить рядом с ним многие годы и так и не увидеть его. Но на самом деле медведей реально много. Как и любая другая охота, охота на медведя имеет свои тонкости и нюансы. Она требует серьезной подготовки, и самая маленькая погрешность может свести ее на нет. Но если вы терпеливы и внимательны, то наградой вам могут стать вот такие вот кадры. На поле медведица с медвежонком. Она в полной безопасности, им ничего не угрожает. Для нас это просто яркая встреча и очередное впечатление. Сохраненное, кстати, благодаря нашему оборудованию. Не лишним здесь будет сказать, что вот это овсяное поле дает возможность этим зверям подготовиться к зиме и благополучно перенести ее. А овес, как известно, просто так в лесу не растет. По факту, отличные кадры, хороший вечер.
утра, как правило, производится объезд и осмотр полей, где и принимается решение расстановки сил на предстоящий вечер. Учитывается свежие выходы зверя, изменения, которые произошли на поле за ночь, прибавилось ли проходов, мест жировки. Присутствие медведя на поле невозможно спутать ни с каким зверем. Метелки молочного овса обсасывается с особой тщательностью, в отличие от кабана, который стрижет те же самые метелки овса. Еще больше овса заминается и кладется крупным зверем. Не возбраняется и самому пожировать на овсяном поле. Кабана, я так понимаю, нет, потому что я по рыцарски не видел здесь. Да, кабан практически, мужики, отсутствуют ввиду вот такого... Громче такой, говорите, мужики. ...такой численности волка, который на сегодняшний день никто борьбу не ведет практически. Никто не заинтересован. Вчера Петрович рассказывал, 19 собак летом. Да, летом 19 собак в населенном пункте. Значит, у одной женщины даже с цепи утащили. Это летом. Это значит, волка просто немерено. Абсолютно точно. Что им в лесу не хватает еды. Отсюда. Не, ну эту программу, парни, так не решишь. Здесь надо администрацию подключать. То есть это большие затраты охоты на волк. ГСМ, стимулировать народ надо. Все понятно. Ну, эх. Да везде так сейчас. Да домашнего поголовья скоро дело дойдет. Не, хотя вот в Калмыкии 7 тысяч рублей за волка. Уже что-то. Не, ну уже что-то, 7 тысяч рублей. Не, ну чтобы волка добыть из этих 7 тысяч там... 200 литров бензина. Да, и это другой вопрос, но их, не их дают. Не кучу времени еще. Нет, их убить. Дают, и ребята там энтузиасты, они... А уже, тут... Уже приваду сделаем. Вот какие-то, но есть. Наездись тут вот. Наша охота подошла к логическому завершению. На поле вышел самец-медведь, был произведен выстрел,
Ни надвохов и причитаний. Благодаря этой охоте охотхозяйство будет иметь возможность посеять несколько подобных полей, поддержать кормами в зимний период большое количество животных. И делают это, как ни странно, только охотники. Я еще никогда не встречал в лесу кормушку с табличкой «Фонд охраны животных». Это была хорошая охота. Лежит. Урган башкы чая паны ой, урул башты тандыларым эй. Аны яштан назырак чым ой, авыр алды тандыларым эй. Таз чарыш тайгаларым эй, артын жапты гажы ворай ой.